В совещании приняли участие представители силовых структур и профильных ведомств, а по видеосвязи руководители муниципалитетов. Губернатор отметил, что важно обеспечить безопасность детей не только в День знаний, но и в течение всего учебного года. Системами видеонаблюдения и тревожными кнопками сегодня оснащены все образовательные учреждения края. Однако МЧС и Росгвардия выявили нарушения в некоторых районах. Вот эти камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки нужны не для красоты. Не для красоты, а для того, чтобы они работали, в первую очередь, на безопасность учеников и детей. Что сегодня коллеги из МЧС и Росгвардии отмечают? Плохое освещение школ, захламленность пожарных выходов и недостаточное наличие камер видеонаблюдения. Но, коллеги, если вот дополнительная освещенность – это деньги, дополнительные камеры видеонаблюдения – это тоже дополнительные деньги. Но вот захламленность пожарных выходов, ну, тут никаких денег не нужно. Это просто халатность, безразличие и руководителей школ, и тех, кто у вас, коллеги, главы муниципальных образований, за это отвечают. Вениамин Кондратьев поручил устранить все недостатки в кратчайшее время. Образовательные учреждения должны быть полностью готовы к 19 августа.